приветствую вас, ребята, на канале Ролик Гейм Онлайн. С вами Росси, и мы продолжаем проходить игру под названием Гномы. У нас шестое видео, и в этом видео мы отправимся все же копать проход к крепости троллей. Значит, мы нашли крепость, соответственно, но у нас есть карта, и судя по этой карте, нам нужно откопать ее для того, чтобы забраться, так сказать, с заднего хода. Тут у нас варилось, в прошлом видео мы варили пиво, поставим его варить еще. Первое у нас есть. Так, напомню вкратце, что тут у нас готовится. Барска, кун и склад. Мы наконец-то поставили лифт, добрались до этих технологий. Что у нас тут по этому? Ну, в принципе, вот так вот еще добавим, чтобы побольше готовили. Так, и теперь отправляемся копать. Так, карта, кстати, у нас находилась вроде у Серджа, да. Сейчас мы сразу посмотрим. Значит, вход. Вот он вход, да? А нам надо ниже входа. Давайте пока начнем копать вниз. Там, походу, разберемся. Докуда оно можно прокопать. Ускоряем скорость. Так, у нас вообще есть свободный рабочий, а у нас свободных нету. Вот Линетта появилась. Шуруй. Знаете, она, конечно, когда-то спустится, это будет архидолго. Ну. Другого выхода у нас нету. Кстати, да, устанавливаем столб здесь. Для того, чтобы видеть камень этого хомячка. Где там наша Линетта? Она хоть уже выехала? Где ты? Да, она уже выехала. В прямом смысле, кстати, выехала, ребятки. Скоро рабочий день заканчивается у нее. Ну, сколько сможет прокопать, столько прокопает. Хотел сказать, что это как-то тяжело идет, а нет, нормально. Вот какой-то туннель. Линетта, прекрати копать. Кстати, судя по карте, это может быть тот туннель, который нам нужен. Жаргриб, подбирай. Это может быть тот туннель, что нам нужен. Так что мы дальше копать не будем. Пошлите вниз, посмотрим, что там. Ну, пока по карте все совпадает. Давайте ее ускорим. А вот дальше по карте не совпадает уже. Они просто такие какие-то непонятные завихрения. Но это явно не из крепости троллей. Сторожка. Бар какой-то. А, травники. Господи, Один мой, да их тут тысячи. Слушайте, посмотрим, что здесь. Можно с ними взаимодействовать или они нападут?
Смотрите, у них тут лифт, пивоварня. Нормально, могу чужим лифтом пользоваться. Сразу музыка соответствующая заиграла. А нет, лифт приехал, но не для меня. А ну я могу пройти? Да. Прикольно. Что самое главное, они на меня не нападают. Фермы у них тут, грибы. Неплохо они так вот тут устроились. Ладно. Хорошо. Значит, где-то тут, наверное, пойдем в бок. Как-то так. Или это не крепость троллей? Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Как нам туда забраться можно? Вот так вот вниз. Так, давайте проверим. Да и все. Что гадать? Правильно? Мы уберем пока что, потому что я так подозреваю, что все-таки я ошибся, это была не крепость троллей. Так, ты, в общем, давай сюда быстрее. Я придумал план капкан, мы сейчас захватим с собой пару бочонков пива. Тут было пиво, уже его забрали. А, нет, оно возле бара. И вон еще пиво. Еще покушай. Так, что Лиздор дает? Ты наверняка обратил внимание, если под землей полной опасности, вполне может спровоцировать гнома на получение травм различной степени тяжести. Конечно, правильное питание, здоровый сон и забота о нем позволяют быстро поставить гнома на ноги. Короче, это, грубо говоря, этот, скажите мне, зелье на хп. Так, его выпей раз. Что больше можно было унести? Все, и теперь шуруем с этим пивом наверх. Где там наша пивоварня? Вот. И пиво это сюда, таракань. Начинается. Под себя выбрасывает. Хорошо, я понял тебя. Опять музычка заиграла. На газу и просто сюда. Так, ладно. Мне нужны... Ну, тогда это будет Сильвия. Давай, Сильвия. Фойер. Так, та поднимается, ползет с рюкзаком. Ждем, пока Сильвия и таракани сюда свою тушку. Для того, чтобы раскопать. Что здесь еще интересно посмотреть? Как-то просто, знаете, так
гранит, 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 а здесь такой туннель. Так и тут гранит, гранит, а здесь проход. Ну, как и здесь, конечно, но здесь он как-то более интереснее выглядит. Более подозрительней. Подозрительно интересней. Сейчас мы глянем. Тем более Сильвии уже на полпути. Так, Талика, ты тоже ничем не занята? Возьми сюда тоже, будешь вместе с Сильвией работать. И вода прокапывает. Как капли воды, видите, капает. Здесь. Нет, ребятки, это не замок троллей. Я извиняюсь, в прошлом видео я вас обманул. Как же туда пройти? Ладно. А если мы тогда... Мы тут что-нибудь сделаем? Давай, иди помогай. Смотри. Ой. Угу. Все, дальше уже можно мне копать. Тут у нас стекает все, теперь двери открыты, путь открыт. Иди хомячка забери, который спит. Так, что тут у нас? Ух ты, изумрудный меч. Ничего себе. Околот. Наверное, как раз про мечи. Выучишь тогда. А тут Элиздор. Неплохо так. Нет, ты уже не будешь учить про мечи, потому что ты старый. Ты можешь скоро умереть. Ну, не прям скоро, но уже так. На подходе. Так, Даша, давайте, раз мы уже с ним разобрались. Прямо интересно туда дальше прокопать. Но сначала мы камень заберем отсюда весь. Что сможем унести? Мы весь и не унесем отсюда, но... Гребем по максимуму. Хорошо, что есть рюкзаки. Вот до работы падки. Добейте уже камень этот. Так, ты у нас вроде там пиво несла. Я помню, у кого пиво осталось. Давай сюда, они. Пока те копают. Так, что там у нас по еде? Еды пока полно, да? Но я думаю, можно еще добавить. Еды много не бывает. Чтоб не было опять ситуации, что будет потом нехватка. Варим еще пиво, Элиздоров наварим.
Вот построили бы бар, уже бы давно бы пиво пили. Все, свободно. О. Лестница. Лестница, это хорошо. Выкладывай камень. Бери лестницу. И распакуй ее. Где там у нас? Ну, вот тут. Тогда распакуй. Хотя бы так. Тут тоже камень, хомяк. А, туннель дальше идет. Опа, Вукер. А ну, она одна ему вольнет. Чё-то он так херачит. Нормально. Забила. Умница. Жаркое. Жаркое мне не надо. Камень, 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 тащи сюда. Что тут у нас? А, так у вас склад уже готов. Это вы молодцы. На склад нигде не влазит, да? Да, для склада надо, короче, большую пещеру. Очень большую. Так, так, так. Надо думать, где ее поставить. Вот здесь. Мы ее впендючим. Нет. Вот тут мы сделаем еще один лифт. Да? Да. Вот тут мы сделаем лифт. Туда вниз прокопаем немножко. Нам где-то надо. Ага, это до отсюда. Вот так. Бар, кстати, уже делается. После бара еще один лифт давайте. Главное, чтобы там не было искусственно созданной пещеры, потому что она все мне испортит. Тут идет готовить, ответственный парень. Ну как готовить? Идет пиво варить. Да. Только с шахты сразу варить пиво. Пока складывается все хорошо. Никаких пещер здесь нету. Копнем еще вот так. Да-да-да, ты газуй наверх. Сюда. Так, а ты хомяков выбрасывай. Мы из них жаркое сразу сделаем. И камень тут оставь. Ну, бодрее как-то выкладывай, бодрее. Понимаешь, что ты уже не работаешь, но... Пока злячий себе шести тоже не надо. Это что-то полез, блядь, не на лифте поехал, а полез. Там. Так, бар делается. Эльздоры варятся. Пиво у нас пока есть. Плюс мы немножко ссоровали у травников. Или нет, ты свободна, иди тогда помогай, если ни хрена не делай. Ну тогда завтра будет копать.
О, пещера какая-то здесь, блядь, пиздец. Еще и вукер этот ходит. Ладно. Вдвоем мы ему быстрее наваляем. Сразу звук файта. Хорошо. Давайте посмотрим, что дальше. Дальше тупик. И книга. Так. Что, может, нам все-таки повезет, и мы сможем... Да, пиндюри тут склад. Кстати, я где-то хотел посмотреть пилораму построить. У меня вроде пилорамы нету. Плавильня, палатка. Да, пилорамы нету. Надо делать пилораму, посмотреть, что там можно делать. И у нас еще готова кузня. Сюда ее поставим. Эту лестницу можно будет потом свернуть и вместо нее поставить лифт. Когда его, конечно, сделают. Так, а что это у нас? Склад. Ну, на склад нам надо... На склад нам надо большой тоннель. Так, Алан и Люсьен. Вперед. Тебе надо разгрузить. Книжку выкладывай. Или здорово выкладывай. Камень. И изумрудный топор. Все, есть. Так. Я сюда принес хомяков. Давайте хомяков надо приготовить. Плавильня, конечно, дело нужное, но нам нечего плавить. У нас нету никаких материалов для плавки. Так, бар готов. Бар мы ставим вот здесь, рядом с... Вот там сейчас начнется движняк в этом баре. Инкин, ты где? А, ты уже. Суни. Суни варит. После того, как Суни сварит, наверное, мы, короче, его отправим выучить книгу по поводу оружия и дадим ему тут топор крутой. Инкин свободная тоже вперед. А, все, вы уже. Стоп, ты руби, а ты все, хватит, иди отдыхай. Вам размножаться надо. Мы будем чтить трудовой договор. Раз отдыхать, значит и отдыхай. Есть кому рубить. Сейчас мы тут дорубим и поставим. О, родила прям тут в шахте. Плавильня. Ну, нету металла.
тогда готовиться. Вы знаете, я даже немножко опечалился то, что мы не нашли. Крепость троллей. Так печальненько даже получилось. Блин, откуда сюда идти? Смотрите, я шел от отшельника вниз. Может, сюда и вниз? Так, а ну еще раз, Серджа, давай. Изучим карту. Это главный вход в их логово. Для того, чтобы зайти, мы ворота не откроем и освободить ключницу. Нам нужно подкопать внизу. Значит, для начала нам надо найти вход в их... Давайте посмотрим, где тут вот варианты. Значит, варианты раз. Здесь точно нет, тут тупик. Вот вариант один. И вот второй. Ладно, начнем с верхнего. Походу. Сейчас сначала поставим склад. Сначала поставим склад. И на склад, наверное, будем собирать все материалы. Камень, там ножки, такую хрень. Есть такое дело. Так, где там наш склад? Ну, все место занимать не будем, может, себе с ним еще построим. Так, что у тебя по времени есть? Ну, разбей бочку. Основа камень у тебя сколько? 32. Ну давай еще книгу того пони. Тем. Ну, не сильно много добавилось, но ладно. Что там бар уже? Запустили или нет? Да, запустили. Почти. А теперь запустили. Ну, конечно, пошла взяла червесу. Так, они начали производить лифт. Склад готов. Так, на складе мы можем хранить ящики, хранить еду, хранить шляпки, ножки, хранить руду и минералы. Ну, давайте, у нас там дохренища камня, давайте сложим камень. Для начала. Блин, надо думать еще по поводу расширения, где бы еще лупануть. Тут не надо ничего. Тут мне интересно, что от вас двоих сюда. Еще пол рабочего дня, так что успеете. Так, все, там уже строится этот, так что ладно, спускайтесь, потом мы как раз этот малой подымется. И можно будет собирать эту богадельню и ставить это, ставить лифт. Тоже такой большой красивый кусок, можно было бы здесь пару пещер больших лупануть.
еще на два склада. Ну блин, это так далеко. Я что-то так сильно постройки свои растянул. Смотрите, оно не заканчивается. Ну куда-то же это оно ведет. Правильно. Хорошо, давай дальше. Еще один новый гном у нас родился. Не может не радовать. Вверху гранит пошел. Все, и тут гранит пошел. Понятно, значит, это вело в тупик. Это вело в тупик. Но мы тут можем еще два склада лупануть. Вот так вот, к примеру. Раз. Ну вот так, ладно. Это два. Нет, что-то мешает. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ладно. Давайте по этот. Че там, готов лифт? Значит, эту хрень мы снимаем. Че-то оно... Бар наш не пользуется спросом. Камушки носятся. Так, сложили этот. Теперь делаем лифт. Вот так. Ребята, я же его не включил. Услуги бара. Думаю, что туда никто не идет. Вот он. Сейчас мы поправим это дело. Можно же сразу начинать. Так, а пилораму у нас там никто так и не следовал, да? Еще не время. Все, лифт готов. Так, куда-то, может, эту лестницу можно придумать, поставить. Чтобы ускорить им передвижение. Так, ну дальше нам только тут остается копать. Значит, лестницу мы можем поставить сюда, по логике вещей. В баре опять пиво закончилось. Его еще туда не наливали даже. Он только берет это пиво. Что так мало взял? Надо было больше взять. Правильно, принес пиво, пошел варить новое. О, первый посетитель нашего бара. Наверное, сейчас весь склад будет камнем забить просто-напросто. Ребята, мы ж чтим трудовые обязательства. Все, идите отдыхать. Сюда другие пригоним. Вот, к примеру, Серджио или Нерто. Они очень хотят покопать. Все, пиво пьется.
Бахнула пиво и пошла спать. Правильно. Сервис превыше всего. Никто не хочет. Мне тут пришла такая идея. Нам все равно потом нужно будет перебираться вниз. И все, что мы с собой можем забрать, то мы и перенесем это, ну, дальше. Поэтому, что я придумал? Мы сейчас с вами поставим на производство все здания, которые можно сделать, и оставим их в ящиках. Все эти ящики мы сложим в склад. После того, как мы это все сложим в склад, мы, кстати, это лайфхак такой, мы этот склад сможем свернуть в ящик, и тем самым все останется в этом складе. И потом, когда мы его развернем, мы это все оттуда сможем достать. Поэтому я придумал такую хрень, что сейчас мы все это, эти здания, которые мы можем сделать, мы их произведем и все эти ящики сложим в склад. И, соответственно, когда будем переезжать, у нас время, насколько я знаю, я помню, будет ограничено на этот переезд, пока ключница будет открывать нам эту хрень. Поэтому, то потом в попыхах это все не собирать, мы сейчас сразу это все соберем. И тем самым мы готовы. Тем более надо чем-то их занять. Видите, что она делает? Куда-то полезла, блядь. Что у меня происходит в голове? Конечно, жалко это тут все бросать, но... Ну и пиво, конечно, заберем, а как же? Потому что нафиг нам бар без пива. Пиво этого что-то надел, блин, до хренища.
Первым пару сделаем. Так что пусть трудится. Но и без всего этого надо все равно продолжать копать. Потому что вы же помните, они могут копать, а могут не копать. Вот Люсьен и отправится копать дальше. Главное, чтобы кто-то на баре был. Самое главное. Жрачку готовит, но я вижу уже. Начинаем опять проседать, по идее. Ну, в крайнем случае, хотя сказать, в крайнем случае здесь есть, но здесь нету. Так, и тут надо по одному. Все херни. Че, она не добежала? Люсьен, тебе. Блин, она ж пока вот эти преодолеет. Все эти препятствия ненужные. Тоже куча камня. Но если я не ошибаюсь, то мы на этом уровне минералы никакие не найдем. Их можно будет только уже найти на следующем уровне. Могу ошибаться. Так, а тут проход. И вукер. Дерево наше все. Ну, кстати, можешь его изучить. Ты еще. Относительно свежее. Так, нет. Меня вукер интересует вперед. Так, пошел файт. Он постоянно в какую-то передрягу попадает. Уже не первый раз. Счетах. Читай. Ты заслужила, так как ты постоянно дерешься, блядь, со всеми, то читай. Ну что, дальше копаем. Знаете, ребята, можно было бы, конечно, посмотреть прохождение на... Ну, в интернете вообще почитать, но я считаю, что так будет неинтересно. Типа там всякие подсказки, куда идти, куда копать. Мы все-таки с вами за настоящее ощущение. Ну вот еще какой-то туннель. Такой, причем он идет вверх. Заканчивается. Странно. Ладно, а если мы вверх прокопаем? Ага, вверх мы не прокопаем. Тут гранит. Гранитный камушек в груди. Ладно. Сегодня как раз закончилось. Там
все производится. Вот тут уже можно современную спальню изучить. Что там, пиво надо немножко подбавить, да? Короче, плотнее всех работает мастерская плотника. Я так вижу. Ну, лестницу сделали. Делайте, делайте. Так, хорошо. Где мы еще можем пойти? Тут мы не пойдем. Тут тоже не пойдем. Из нижних у нас... Она не запаривалась, прям тут легла спать. Дора, чё тебе так много камней? А, ты что принесла? Не? Да высыпай. Чё ты их таскаешь? Тут высыпай. Не надо далеко нести. Хомяка с собой носит. Спрашивается, нахрена? Так. Вот уже арбайтом как раз 2, 3, 4. 4 человека у нас без рюкзаков, без хомяков и без оружия. Значит, 3 человека надо хомяки. Так, тут 4 человека надо рюкзаки. И 4 человека надо дубинки. Современную спальню изучили. Итак, эти спальни идеально подходят многодетным семьям. Суди сам. Она включает в себя 3 двухспальные кровати, 3 ночных столика из настоящего грибного дерева и цветные обои. Это бомба, ребят. Это бомба. Так, если мы там будем копать. Но я же думаю, не может быть карта зеркальной. Я думаю, не может. И тем более у нас родился новый гном Максимилиан. Я не спускался от трапника вниз. Еще как вариант. Ладно, мы докопаем. Что ты тут сидишь? Ты задолбал, вали отсюда уже. У тебя скоро перерыв закончится. Вали, ты жрать хочешь. Иди. Направлю тебя на путь истины. Жаль, 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 что мы не можем там второй склад лупануть рядом. Блин, ты пока доехал, у тебя уже перерыв заканчивается. Хоть немного покопай. Пик. Вот это мне нравится такой подход к работе. Покопал, сразу спать. По месту. Не надо никакие спальни, ничего не надо.
Конечно же, червесу кушает. Так, ну а червяки там есть, можно. Можно этих червесу наделать. До хрена. Ну что, ребята, да, остался один вариант. Идти ниже травника. Инкин, у тебя что-то есть? Ни хрена у тебя вообще нету. Вообще. Серджу. Серджу есть. Серджу ничем не занят. Поэтому погнали, Серджу. Главное, чтобы он карту не потерял. Ну, я думаю, там не будет ничего такого, что, она сможет быстро убить. Еще близко. О, уже в шляпе, уже что-то собирался делать, я его прервал, но ничего. Тупик. Интересно. Ладно, а если это тупик, копать вниз? Где можно было от него сразу в бок пойти? Ну, давайте пока вниз пойдем. Причем влево пойти нельзя. О, тут ход. Значит, не зря мы пошли вниз. Это интересно. Опа, букер. Ну, ты старика Серджио не завалишь, конечно, дружище. Серджио, идем дальше. Я чувствую, что мы близко. Еще один вукер. Ну, это уже опасно. Ну, не убьет, но покалечит. Ладно, у нас есть Телесдор, один выпьем. Даже не один. Хорошо, давай. Жар грибы. Так, еще заодно. Ответвление вверх идет. Интересно. Потом будешь играть за собой. Поехали. Ответвление вверх, ответвление вниз. Жаркое. Давайте вниз пока идем. Вверх уже пойдет не Серджио, а кто-нибудь другой. Больше никаких камнепадов. Там у него камень и так нормально. Ну ладно. Читай. Интересно здесь выемки. Я чую, что мы верным путем идем, товарищ. Ну и вверх мы поднимемся обязательно, посмотреть, что там. Быстрее спускайся, медленный и парень наш. Так, интересно, давай еще вниз. Как-то странно ведет меня. Опа.
Папа. Да, вот она. Вот она, крепость троллей. Здесь какой-то ящик. Угу. Вали отсюда, Серджио. Мы спустились отсюда, да? Давай теперь туда посмотрим, что там. Но теперь я знаю, куда им идти бить лицо. И это не может не радовать. Оп. Катсцена. Терзают смутные сомнения, что отшельник говорил именно об этом месте. Угу. Вот она. Вот она, крепость, которая держит ключницу. Да, теперь все сходится. А здесь просто какой-то там ящичек. Серджио, ты красавчик. Давай сюда, газуй. Смотрим, что там у тебя еще время есть. Ребятки, я думаю, в следующем видео мы уже будем переселяться. Ну или почти. В следующем видео мы уже точно будем троллей бить. Блин, еще дубиночку подмутил, это вообще супер. Че здесь? Опа, тут просто это что ли? Нет, книжка какая-то. Что означает часы ПСА? Серджи, ну ты заслужил. Так, хищные растения. Что, попробуем? Красавчик. Серджи, все, успокойся. Не газуй, еще одна дубинка есть. Филипп. Извиняюсь, ребят. Шикарно. Блин, только нам подниматься, аж хрен знает куда. Где мы тут дубинки делаем? Не здесь, нет, не здесь. Дубинки мы делаем. Ну ты, короче, Сержи, сюда газуй. Так, с этими исследованиями мы потеряли. Что тут у нас происходит? Так, пиво у нас есть? Есть. Давай еще пивка подварим. Что по еде? Порядок. Червесу наварили кучу, но его все и сожрали. Обслуживает колесо. Меня интересует склад. Мы сделали? Нет, склад мы еще не делали. Понятно. Тут что делается? Кухни всякие. О, можно еще современную кухню исследовать. Там, глядишь, и современная ванна будет доступна. Тоже их сделаем, заберем с собой. Что тут по складу? Ну, склад камнем еще не заполнили до конца. Хорошо, мне это нравится. Так, где наша там мастерская столяра, примитивная пивоварня, сторожка? Нет. Мастерская каменщика, где она? О. Дубинки. Две сделали дубинки, отлично. Так, Ингирда. Шуруй за дубинкой. Серджио, красавчик наш, ты где там? Ты уже близко к цивилизации. Ага, все, наделали еще рюкзаков. Сейчас она заберет дубинку. Потом сразу пошли мы за рюкзаком. Дубинку еще не забрала? Забрала. Шуруй за рюкзаком. Так, Лид, ты отдыхаешь? Мне похер. Серджи почти мертв. Блин, чуть сердце не сняло. Думаю, что Серджи мертв. Думаю, елки-палки, он же там все несет важное.
Пока Серджи ждет лифт. Ты рюкзак взяла? Нет? Нет. Взяла. Сколько у нас сделали? Сделали скакуна. Молодцы. Серджи. Братское сердце. Терри. Ага, ты сюда пришел. Давай сюда, Адли. Серджи у нас красавчик. Так. Ешь. Современная кухня тем временем. Главная отличительная черта современной кухни – размер. Ни одна другая кухня не может вместить в себя маленький обжор больше, чем она. Причем это чудо современной гномней мысли предлагает огромное разнообразие блюд и напитков. Стоит учитывать, что для работы на кухне требуется как минимум один паровой. Паровой. Двигайте, ребят. Обратите внимание. Паровой. У нас такого нету. Пока. Что? Все, Серджио выпил эликсир. Выкладывай. Выкладывай, отпущу тебя отдыхать уже. Все, иди. Ты заслужил. Так, продолжаем. Где-то продолжаем, где-то заканчиваем. Элит отдыхает. И она здесь рядом причем. Хватай дубинку, Элит. Некогда пиздеть. Я извиняюсь, некогда разговаривать. Газуй за дубинкой. Еще есть дубинка. Теперь. Так, выпусти хомяка. Он тебе не нужен. Газуй за рюкзаком. Есть. И газуй за хомяком. Скоро у нас уже ванна будет. Элит, ты свободен. У тебя все есть. У тебя ни хрена нету у Суни. Есть только скакун. Суни, у тебя только скакун. Ты отдыхаешь, да? Ну ничего, отдохнешь потом. Вперед за дубинкой. Бо я вас потом до кучи не соберу. Куча всего еще не построена. Куча. Ребята, вы отстаете от плана. Современная ванна. Согласись, что начинать день с холодного душа по душе далеко не каждому. Тому, тем, кому это занятие не нравится, так же, как и нам, поможет эта ванна, которая снабжена независимым водонагревателем и улучшенной емкостью для принятия водных процедур. Хорошо. Ребятки, спасибо за просмотр. На этом будем заканчивать. С вами был Росси. Всем пока и до скорых встреч.